Вот история Алехандро. Мать дала ей все, но она мечтала об Алехандро, оставляя защищенный мир, чтобы сохранить его. Извините, служба иммиграции не рассмотрела заявление. Алехандро Мартинес. Да, привет, это я. Господин Халил ждет вас. Благодарю вас. У вас мало времени. У вас есть месяц, чтобы найти поручителя визы. Иначе вам придется уехать из США. Я работаю по найму. Я опаздываю. Понимаю, что опаздываю. Очень опаздываю. Что в меню? Что с орехами? Орехи, орехи, орехи. Точно, ресторан для белок. Орехи идеально сочетаются с салатом. Мне нужен кулинарный мастер-класс. Она сможет вас проспонсировать? Ну, посмотрим. Невозмутительно. Такова твоя мечта. Игрушки создавать? Да. Помоги мне с указанной экспозицией. Стану твоим спонсором. Да, так. В данный момент денег прибыть не удастся. Найти спонсора и взнос оплатить нужно для дохода. Тут, в лабиринте, невозможно разобраться. В общем, очень плохо будет тебе. Поддерживать фронт сложновато. Монстром твоя начальница. Получить оплату нет. И Дара это настоящий кошмар. Нет ни одного из предложенных вариантов. Человек. Лишь человек. Элизабет, разреши вступить в слово. Интересно, готов ли ты к работе? Зачем? Не знают, что такое истинное стремление. Быть в миссии. Бросить себя в неизвестное. Мужественное это. Просто все, Алехандро. Просто все. Все важно. Ах, Эль Сальвадор. Пупусы.